Во все времена жили существа, наделенные особым могуществом. Избранные богами, они были властны решать судьбы мира. Первыми были лорды титанов, повелители стихий. Они помогли богам сотворить этот мир. Но, закончив свою работу, лорды титанов обратились друг против друга. Началась война, опустошившая землю. Когда боги увидели, что произошло с миром, они разгневались и изгнали лордов титанов в глубины земли и морей. Там они и должны были остаться в плену до конца дней. Древнее пророчество гласит, что стоит им обрести свободу, начнется эпоха разрушений. Сегодня мы знаем, что это правда. При всем уважении, лейтенант, вы пьяны, и вы позорите мундир.
Иди докопайся до того, кому до этого есть дело. Меня прислал комендант Карлос. Он ждет тебя на башне. Ну? Ладно. Давай! К крепости приближается корабль. В такую грозу? Нет, я не хочу тебя. И? Чего хотел комендант? Мне надо к берегу. Открой. Ты что?
Не сейчас. Подойди. У меня есть оружие. Да, только вряд ли враги сами полезут в твой рюкзак и на него насадятся. Достань его и возьми в руки. Я готов. Открывай ворота. Хорошо, хорошо. Оттуда немногие возвращаются, но ты будешь в порядке. Thank you.
такая дерьмовая погода. Хорошо, что мы прибыли еще вчера. Ты видел Кракена? Похоже, да. Ведь это могли быть и мы. Бедняги. Ты куда? На корабль. Назови хорошую причину, чтобы я тебя пустил. Как насчет бутылочки рома? А, да у тебя и нету. Давай, давай, пытайся меня надуть. Я обожаю это. Давай-ка иди уже. Приходи завтра. Не сейчас. Не сейчас. Ищешь что-нибудь? Если подбросишь золотишко, могу посодействовать. Да что ты сможешь достать? Ты же пленник. Оружие, самогон. Ну что обычно людям нужно? Ты мне платишь, я тебе говорю, где что спрятано. А ты туда идешь и забираешь товар. Несложно, да? Где мне найти эти вещи? На складе, про который я тебе говорил, гавани. Дорогие вещи они прячут в сундуки. Но те, которые им не нужны, просто валяются на полу. Ну, то есть, если бы эти вещи им были нужны, они бы их убирали, так ведь? Звучит убедительно. Только подожди до рассвета. На ночь они все запирают, и внутрь не попасть. Днем склад охраняют, но это не проблема. Я научу тебя всему, что нужно. И за даром, конечно. Зачем пленнику золото? А ты как думаешь, умник? Если ты собираешься меня оскорблять... Эй, погоди. Не уходи, ладно? А то тут со мной ни одна скотина не разговаривает. Ты на Токаригуа только с малуками и поболтаешь. Они перевозят тебя на Токаригуа? На сахарные плантации, как чертова раба. Внизу в гавани стоит целый корабль, полный малуков. Полон чего? Малуков, парень.
так называют рабов. Научи меня передвигаться незаметно. Согни ноги в коленях и осторожно перераспределяй вес. Старайся не топать, как целый отряд защитников. Ступай легко, и ни одна сволочь тебя не услышит. За что они тебя? Умоляю, перестань красться, я тебя вижу. Давай-ка иди уже.
Спускайся к берегу. Не сейчас. Не сейчас. Будто ты меня спас. Пэтти, почему ради всего святого ты вернулась? Я тоже рада тебя видеть. Я? Но... Ни в коем случае. Но против Кракена есть оружие. Почему ты так уверена? Мой отец ищет его. Сталь... Еще не... Thank you.
Убери оружие!